Привет, ребятки! Сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как ролеплей-сервер в GTA 5. Дело в том, что на просторах интернета, а особенно в пабликах ВКонтакта, можно найти много людей, которые хотят поиграть в GTA 5 на RP-сервере. Вы спросите, а что, это уже реально реализовать сейчас в GTA 5? Или это просто пустые разговоры и напрасные ожидания? Давайте попробуем в этом разобраться. Проблема заключается в том, что на данный момент реальных ролеплей-серверов в GTA 5 просто нет. Но это не значит, что RP-сервер нельзя сделать в GTA 5. Нет, конечно, есть полно групп в ВК, которые делают громкие заявления наподобие таких, как «Первый русский RP-сервер в GTA 5 только у нас! Открытие через 1-3 месяца!» Но мы-то с вами понимаем, что это неправда, а всего лишь очередная ложь школьника. Многие из таких проектов активно кормят свою аудиторию обещаниями на манер: «Всем привет, я главный разработчик и основатель единственного русского RP-сервера в GTA 5, и все будет так, как я рассказываю вам. Мы сейчас сделали регистрацию, но пока немножко криво и... Мы сделали работы, но пока они багнуты, и она одна, грузчик. А главное, мы сделали фракции, как в Сампе, чтобы вам жизнь медом не казалась, и вы могли полностью вкусить то же самое говно, которым мы кормили вас в Сампе. Разработка идет полным ходом. А кроме того, уже идет закрытое, секретное, супер-пупер-мега-бета-тестирование. Если ты хочешь попасть туда, пиши мне в личку ВКонтакте, я дам тебе доступ. Вот. Свои слова они чаще всего подкрепляют парочкой скринов, которые ровным счетом не показывают ничего конкретного, либо нарезкой видеороликов, демонстрирующие регистрацию с помощью команд и одной багнутой работой, как я уже приводил пример ранее. А тем временем люди ждут. Результатов нет. И не будет. Не будет до тех пор, пока кто-то не выложит более или менее рабочий мод в паблик. Несомненно, одной из основных проблем по созданию своего RP-сервера в GTA 5 является наличие рабочего и стабильного мультиплеера. И, к сожалению, или к счастью, мультиплеерные проекты приказывают долго жить. Они вспыхивают как пламя, отдавая жар амбиций и надежд. Но в конце концов они просто угасают и не возрождаются как феникс из пепла. А угасают они по разным причинам. Например, разработчики в ходе конфликта между собой бросают проект и аудиторию на раннем этапе разработки, забив на все обещания и ждущих людей. Или же неразрешенные вопросы между старыми разработчиками и их преемниками. То есть, можно ли использовать исходный код или нет, и так далее. Другие же просто бросают все из-за якобы недостатка времени на разработку. А правда ли это? Или, может быть, кому-то просто не хватило сил и знаний довести все до конца? Мы никогда не узнаем правды. Разработка мультиплеера или сервера – нелегкое дело. Далеко не каждый может принять в этом участие. Может быть, и это повлияло на отсутствие RP-серверов в GTA 5. Это вам, ребятки, не Самп, где можно найти и скачать готовый сервер с интернета, где любой школьник при наличии небольшого желания и 200 рублей в кармане может арендовать какой-нибудь хост, в два клика закинуть туда скачанную сборку и запустить свой сервер. Далее дело за малым. Позвать братанов-катанов со школы, придумать название для сервера. Ну, например, выбрав любое слово на английском языке и приписав к нему «ролеплей». Клацать мышкой по кнопке «вкл». Дальше остается только сделать группу в том же ВКонтакте, и все, RP-сервер готов. Главное не забыть выдать всем бонусы, лидерки, админки. Играй не хочу, РП же! Но вернемся к GTA 5. Сервера, которые есть сейчас в стадии разработки, в основном однотипны. Либо они разрабатываются на еще не выпущенных или сырых мультиплеерах, либо весь процесс будет построен на карте Лос-Сантоса.
Почему я сказал на карте? Да потому что города Лос-Сантос не будет. Это будет карта, как в Сампе. Пустая, мертвая карта, где с онлайном в 30 человек встретить кого-либо сравнимо с победой в лотерее. А это значит, что новые разработчики, которые кричат, что Самп умирает, просто хотят возродить его в GTA 5, не сумев воспользоваться теми огромными возможностями, которые открыты к изучению в движке Rage. Это значит, что нас ждут пустые улицы, пустые проспекты, пустое гетто, пустые промзоны, отсутствие автомобильного трафика и пешеходов. Огромный город будет пустым. Конечно, многие скажут: ничего, игроки сами создадут атмосферу и массовку. Но мы же прекрасно знаем и понимаем, что так не будет. Живые игроки никогда не заменят живой город, так как никто не сможет и не захочет отыгрывать роль обычных, скучных и серых гражданских, которые идут в свой офис протирать штаны, которым будут бить по морде все, у кого есть кулаки или же руки. Поэтому мне кажется, что лучше влиться в жизнь города, чем представлять его вокруг себя. Кроме того, на дворе 2017 год. Пора двигаться дальше, брать новые вершины и открывать новые горизонты, а не сидеть в пустом городе и пытаться перенести все, что было в Сампе, в GTA 5. Лично я считаю неуместным делать RP-сервер в GTA 5, используя пустую карту и основывать весь игровой процесс на использовании всеми надоевших команд в чат. Долой бинды и команда дрочерства. Сюда все пришли не печатать, а играть. Я же в свою очередь хотел обратить ваше внимание на мультиплеер под названием Five Reborn. Данный мультиплеер разрабатывается командой иностранных разработчиков. Конечно, Five Reborn более известен среди англоязычных игроков, но я считаю, что и русское сообщество должно быть в курсе о его наличии и возможностях. Живой город, хорошая синхронизация, хорошая оптимизация, неплохие возможности для реализации своего сервера. Разработчики не стоят на месте и выпускают обновления клиента довольно-таки часто. По информации от тех же самих разработчиков, в скором времени они постараются убрать ограничения на количество игроков. А это значит, что каждый сервер сам решает, сколько игроков пускать к себе. И самое главное, это без потери живого города и синхронизации. В настоящий момент, ввиду отсутствия знаний клиента, движка Rage и отсутствия знаний скриптинга, сервера в мультиплеере Five Reborn в основном представляют из себя англоязычные RP-сервера, построенные на использовании тренера, то есть чит-программы, используя которой они строят свое RP по типу «полиция против ботов», «медики и боты» и так далее. Зная английский, имея чит, микрофон, а также будучи адекватным, можно играть, но нам-то с вами нужно совсем другое, верно? Зайти и играть РП на уже готовом нормальном сервере. А главное, чтобы не надо было заморачиваться. Как говорится в поговорке, каждая жаба свое болото хвалит. Поэтому я хотел бы рассказать вам о сервере Roller Game Online, который также разрабатывается для мультиплеера Five Reborn. Я, Росси и другие люди, которых вы еще пока не знаете, принимают активное участие в создании этого сервера. Мы разрабатываем сервер ролеплей режима и достигли определенных результатов. В отличие от других серверов и проектов, мы стараемся не обманывать свою аудиторию, кормя ложными или призрачными обещаниями своих потенциальных игроков. Мы ведем открытый дев-блог. Сервер постоянно доступен. Ну, кроме моментов технических перезагрузок, разумеется. Мы всегда рады и готовы общаться с аудиторией сервера. Каждый из вас может принять участие в разработке или же задать вопрос, на который мы постараемся ответить максимально доступно и понятно. Кроме того, вы можете выдвинуть свое предложение по разработке или улучшению мода. Ну или оставить свой гневный отзыв с критикой того, что вам не понравилось. Присоединяйтесь! Читайте нашу группу ВКонтакте, Вики-портал, подписывайтесь на канал. Давайте построим свой RP-сервер в GTA 5 вместе. Мы не обещаем, мы делаем.